Итак, жители против такого строительства. Они уже находятся в судебном процессе. Они хотят отменить такое строительство, потому что оно не соответствует градостроительным нормам. Но, к сожалению, пока застройщица выигрывает, как обычно. Но жители не теряют своей надежды на победу. С учетом того, что уже президент даже заявил о моратории на новостройки.